Школа принимает все возможные меры для того, чтобы минимизировать риск распространения новой коронавирусной инфекции. Вход в школу и весь процесс обучения выстраивается с соблюдением принципов зонирования и ступенчатости. Вот об этом чуть-чуть поподробнее я могу сейчас рассказать. Что такое зонирование? Это размещение параллелей классов в помещениях школы таким образом, чтобы они не пересекались. Ну, грубо говоря, пятый класс поднимается по коридорчику, идет направо, их рекреация там, шестые классы в другой рекреации, восьмые и девятые, соответственно, на третьем этаже будут располагаться. А ступенчатость – это то же самое разведение параллелей, но только во временных промежутках. Так, например, пятые классы с 8 часов до 8.15 в школу входят, в 8.15 у них начинается первый урок. В это время с 8.15 до 8.30 начинают заходить шестые классы и так далее. Таким образом, и весь последующий учебный график у них тоже сдвигается по отношению от одной параллели к другой.